Строительство пешеходного перехода между железнодорожными станциями Люберцы и Ухтомская закончено. Завершили пусконаладочные работы лифтового оборудования. Мост полностью готов к работе. Подробности у Анастасии Кладиновой. Надземный пешеходный переход уже функционирует. Его возведение заняло 9 месяцев. Строительство моста завершили еще в начале октября. Переходом пользуются больше 1000 человек в день. Теперь жители городского округа могут безопасно переходить через железнодорожные пути. Я здесь очень часто хожу к дочке. Очень приятно стало переходить, потому что было достаточно опасно. И я понимала машинистов, каково им было сложно ездить, потому что мы ходим, они нервничают. Я сама транспортник, все это понимала прекрасно. И вот, наконец, дождались этого перехода. Это просто супер. А уж лифт открыли. Я уж прям лифту сказала спасибо. Для полного функционирования осталась настройка лифтового оборудования. Шахты находятся с обеих сторон перехода. Грузоподъемность превышает 1000 килограммов. Лифт предусмотрен для маломобильных жителей, женщин с колясками, пожилых пешеходов и велосипедистов. Данный лифт полностью готов, смонтирован, проведена пусконаладочная работа и испытания. Система связи смонтирована, происходит пусконаладка. Лифт готов к использованию. Дополнительно в надземном пешеходном переходе завершают работы по настройке освещения. К концу года установят камеры наблюдения. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.